Здравствуйте, мальчишки и девчонки, меня зовут Алиса. Сегодня мы поиграем в игрушку, она называется Червяк. Джим. Это очень сумасшедшая игра. Сейчас расскажу, почему. Я лучше не буду звать папу, потому что я в тот день вообще не играла в этого Марио. Не играла. Червяк Джим 2 был выпущен в 1995 году. Создатели этой игры Дэвид Перри, Дуглас Тен Непл, художник Ник Брутти, композитор Томми Таларико. По сюжету Джин играет на аккордеоне для своей любимой принцессы. Однако злодей Психо Ворон отвлекает Джима и крадет принцессу. Главные герои решают победить злодея и вернуть принцессу. Начинаем! А вот этот. Опа! Сейчас я разберусь с управлением. Стрельба, прыжок, хлыст. Бэтмен. Не Бэтмен. На спинный слизняк. Глазастый парашют. Вот и первый противник. Это зеленый осьминог с шапочкой-пропеллером и с пушкой. Опа, жизнь! Сагон со свинками. Мне реально тяжело. Я взяла мега-оружие, скоро его опробую. Эта собака в меня кидалась аквариум с рыбкой. Бабушки падают с неба и бьют, если они упадут ко мне, бьют меня зонтиком. Валяю из бластера во все стороны. Я прыгнула и упала на электрический стул. Стул, понимаете, стул. Откуда он здесь взялся? Оружие, которое стреляется наводящимися домиками. Свиньи тут убойные. О, первый босс. Я готова с ним сразиться. У меня полная обойма припасов. 5 жизней, 100 здоровья. Давай-ка, рыбка, иди сюда. И все, я его просто съел. Червяк съел рыбу. Наоборот должно быть. Я улетела как ракета. Это нормально? Без комментариев. Второй уровень. Он песочный. Надо проходить по своим путям, делая их, стреляя из бластера. Мало чего интересного. Все на быстрой перемотке. В общем, термиты кидаются детьми, как гранатами. Ага, вот и второй босс. Плюнь! На, пожалуйста, хвостом. Это куколка бабочки на велосипеде. Меня убило. Третий уровень. Я розовых щенков должна на белом батуте отнести домой.
Если я не поймаю щеночка, тогда он бьется как яичко. Четвертый уровень. Я играю глистой, которая держит на ноге пистолетик. Это барашки. Они летят на меня и взрываются. Миленькие, что же вы с собой делаете? А, нет, свет выключили. Я проплываю этот безумный мир с его щупальцами и наводящимися баранами. И попала в шоу викторину. Игра очень веселая. И она напичкана шутками. Тут 12 уровней. И все они разные и не повторяются. Главный персонаж – это червяк в инопланетном костюме. Разработчики постарались. Картинка там живая, красивая, интересная. Музыкальный ряд – просто бомба. В каждом уровне уникальный противник. Но игра очень сложная. Я смогла пройти только до 6 уровня. Подписывайтесь на мой канал и жмите палец вверх.